Бустер Пати. Как тебя зовут? Ты бесишь. Ты бесишь, маленькая девочка, ты бесишь. Я никак не могу вспомнить, как ее зовут реально. 8 июня. День рождения 121 сантиметр 8. Команда Канхамару и пацан с текущим носом. Карта под номером 88. Такого у меня точно нет. Это Макгерл. Тамарочка. Карта под номером 97, 23 августа, 165 сантиметров. Команда Канкуро и Гара. Такого у меня тоже нету. Кто-то из камня. 105-я карта. Я не знаю, кто это, не помню. Ей-богу. 22 марта, день рождения. 217 росту. Команда... Цучикаги. Но это должен быть повтор по-любому. Нет, повтор. Вроде как, да? Господин с текущим носом. Карта под номером 100. Да, есть такая. Я тебе говорю, что-то слишком много не повторов, поэтому... Скоро одни повторы чувствую будут. Редкая, давай, редкую. Чё же? Эй! Обычная СР, да? Да, обычная СР. СР 80 карта. 1 мая, день рождения, 150 сантиметров росту. Команда Шикамару, Ина и Асума. Так, время повторов. Давай, Вайлы. Луфи такая есть, это самая первая карта. 38-я, Робин такая тоже есть. 4-я карта такая тоже есть. Давай, редкая. Такая тоже есть. Карта под номером 60. Ну, она такая, да? Бла. Так, здесь все повторы, окей. Второй пакетик сразу. Решил открывать по два. Да вы что, издеваетесь? Опять? Те же самые, что ли? Такая тоже есть. Так, карта под номером 7. Усоп. Такая тоже есть. Вот такой у меня нет. Цветная. Че себе. SSR 1080. Санджи. Мистер Огненная Нога. Цветной снизу. Они все не цветные у меня здесь. Вот эти вот все хотя бы взять. Они, у них всех снизу не цветное. Не цветной текст. Ну хотя бы одна. Тоже неплохо. Это какая 1080. Блядь, мне что, журнал расширять придется или что? Че за нах? Блять, она вообще в самом конце будет. Мне журнала не хватит. Неплохой лов. Завтра попробуем еще. Потому что у меня их две коробки.